Яндекс News. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем программу «Разворот». Сегодня веду ее я, Алена Борисова. Помогает мне звукорежиссер Евгений Копейн. А в гостях у нас доктор геологических наук, ведущий исследователь и преподаватель факультета географии и земельных наук Латвийского университета Кристапс Ламстер. Здравствуйте. Здравствуйте. Через неделю господин Ламстерс отправится в экспедицию в Антарктиду. Я так понимаю, что это первая экспедиция в истории Латвии. Да, это будет первая экспедиция. Расскажите, какова основная цель данной поездки? Цель этой поездки – изучать ледники. Мы знаем, что ледники меняются. И мы будем изучать толщину этих ледников, мы будем изучать структуру, и тогда будем знать, как климат меняет этих ледников. Сразу напомню, телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Вы можете звонить, задавать свои вопросы, если у вас такие имеются. Также их можно размещать у нас в видеочате на портале mixnews.lv. Расскажите, сколько человек будет участвовать в данной экспедиции? Сколько латвийцев? Сколько участников из других стран, если таковые будут? Это будет первая экспедиция из Латвии, и мы будем три. Вас будет трое? Да. Только латвийские ученые будут в ней представлены? Мы будем из Латвии, но эта станция принадлежит украинцам. И там будут тоже украинцы. Да, но вы будете из Латвии втроем добираться до Антарктиды? Да. На чем вы будете добираться? Ну, добираться будем на самолете и потом на круизном корабле. Сколько маршрут будет занимать времени? Это 2 дня поездка до Аргентины, и потом на корабле эти как минимум 5 дней, а может быть и побольше. Ну, около недели, да, в среднем? Да. Скажите, пожалуйста, вы уже ведете какие-то подготовительные работы сейчас? Как-то готовитесь к вашей поездке? Ну, вообще-то мы готовимся уже лет 3. Потому что мы уже были экспедиции в Исландии, в Гренландии. Эти экспедиции тоже так как приготовление антарктическом экспедиции. Чем ваши предыдущие экспедиции, да, вы только что упомянули Гренландию, отличаются от той, которая у вас запланирована через неделю? Ну, как мы знаем, Антарктика, она очень большая. Там ледники 10 раз побольше, чем в Гренландии. И мы будем очень далеко от всем. Скажите, пожалуйста, вы будете сотрудничать вместе с украинскими учеными? Мы будем сотрудничать, но и будем работать отдельно. Чем сам континент интересен именно для вот наших ученых? Именно своими ледниками? То есть вы, когда вы узнали о том, что вы отправляетесь в экспедицию? Ну, как год назад мы начали готовиться, но узнали, что мы будем ехать только 3 недели назад. Потом это логистика очень... А вы сейчас какие-то работы проделываете, какие-то подготовки, то есть что-то изучаете, разрабатываете, чтобы туда отправиться, может быть, методы какие-то уже, чтобы там их применить? Ну, эти методы мы уже знаем, как использоваться, потому что экспедиции в Гренландии, Исландии, там мы тоже делали то же самое. А вы приедете в Антарктиду с какими-то новыми знаниями, новыми методиками изучения ледников, или, в принципе, вся практика исследования ледников позаимствована или похожа с теми учеными, которые там сейчас, допустим, находятся? Есть вам что показать? Нам есть что показать. Мы будем использовать георадар. Это георадар тоже из Латвии. И такие исследования там еще никто не делал. Мы будем первый, который будет изучать ледники на территории Вернадской базы. То есть подобных исследований раньше в истории Антарктиды вообще не совершалось? Нет, такие исследования в Антарктиде совершались, но они не совершались там, где мы поедем.
А когда у нас появится возможность узнать о результатах вашей экспедиции? Ну, когда мы приедем, тогда полгода, год, и что мы будем делать, и ученые работы на этих данных. Сколько вы планируете находиться там? Мы будем находиться один месяц, а может быть и два. Пока мы не знаем, когда мы будем возвращаться. А чего это зависит? Это зависит от кораблей. Еще нету корабля. Вы еще не договорились об обратном отправлении? Да. Угу. А скажите, в принципе, сфера полярных исследований в нашей стране развивается? Она очень актуальна? Интересуется ли нашими исследованиями? Эта сфера очень актуальна глобально, но в Латвии мы первые, которые начинаем эти работы только делать. Как возник интерес? Почему именно к ледникам? Потому что достаточно ученых и США, и в Шотландии, кто очень углубленным способом подходит к этому вопросу. Нам тоже надо что-то делать. Не можно сидеть и ничего не делать. И надо тоже вспоминать, что в Латвии тоже были ледники когда-то. И когда мы изучаем эти ледники, тогда эти знания нам будут помогать интерпретировать, да, эти рельефные формы, которые находятся в Латвии. Скажите, пожалуйста, миф или действительно так, что на Антарктиду ограничено число приезжающих людей? Известно ли вам, что там туда не могут приезжать люди в неограниченном количестве, то есть лимитируется? Правда это или нет? Или вы не знаете? В Антарктиде можно поехать туристы, но там есть лимит, сколько людей можно на одну точку быть в одном моменте. На одну станцию. Да. А известно ли вам, что предлагается туристу вот в рамках этого экскурсионного тура? То есть один человек, если отправляется в путешествие на Антарктиду, что ему там предоставляется? То есть что можно там наблюдать? Надо поехать на корабле, и можно наблюдать, как эти ледники выглядят, как выглядят айсберги. Можно тоже на Землю пойти посмотреть пингвинов. А скажите, а на континенте сейчас есть свободные ото льда площади? Есть 1%. А что там находится? Ну, там почти ничего не находится. Вы также сообщили, что хотите заниматься исследованием микроорганизмов, да, находящихся, я так понимаю, под ледниками? Нет. Или в ледниках? Не под, не в ледниках, но в почву. Там есть почва. Будем смотреть, как эта почва развивается. А как это будет происходить? Вы будете бурить ледники? Какое расстояние надо пройти до этой почвы, да, для того, чтобы заняться изучением ее? Нет, бурить ледники мы не будем. Мы будем брать эти образцы от вершины земли. Но все равно ведь какое-то надо расстояние пройти, или есть такие участки, где это находится на поверхности? Да. Будем пойти тоже на ледниках, и мы будем брать эти образцы тоже из ледников. Живые организмы сохраняются при такой температуре минусовой? Они сохраняются, да. Сейчас вот из-за крайне сурового климата туда по-прежнему отправляются только ученые, и известно, что температура в Антарктиде может достигать там минус 80 градусов. Да, но также известно, что иногда она может достигать и плюс 5 градусов. Да, и там, где мы будем, там температура сейчас где-то плюс 2-0 градусов. Вот, да. Вот известно, там лето сейчас. Это лето считается. Это лето, да. Известно, что при такой температуре свойство льда, естественно, оно распадается, да? Да. Вот. Почему ледники тогда не тают, если температура плюс 2, плюс 5 градусов? Ледники тают. Эта температура, которая сохраняется, плюсовая, на протяжении какого времени она сохраняется? Ну, плюсовая температура только месяц-два или три месяца. И когда ледники тают, уровень воды повышается значительно?
не так значительно. Там надо 1000 лет, чтобы уровень... Тысячи лет да. должно пройти. Ну, а потом, когда наступает зима, соответственно, она опять кристаллизуется, и уровень воды опять опускается? Эта вода тоже кристаллизуется, да. Угу. И тоже есть снег, который падает на ледников, и лед это из снега. Да. Какой температурный максимум зафиксирован на Антарктиде? Максимум это где-то плюс 15 градусов. Плюс 15 градусов. Да. То есть это практически наша весна. Ну, это один момент только. Угу. Сейчас все говорят о том, что ученые предостерегают о последствиях, которые могут обрушиться на нашу Землю, если ледники начнут таять. Вот скажите, вы как ученые можете говорить о том, что действительно есть такая опасность, что ледники постепенно тают, да? Конечно, ледники тают, и ледники и в Исландии, и в Норвегии, они больше там не будет через лет 200. Через 200 лет не будет ледников Исландии и Норвегии. А вот ледники в Антарктиде, они там уже 15 миллионов лет. Угу. Ну, если Антарктида сравнительно далеко от нас, да, то Норвегия близко находится. Но это ничего, что Антарктида так далеко. Антарктида очень связана в глобальном климате. Скажите, таяние ледников каким образом может сказаться на общем положении дел, я имею в виду планеты? Ну, один этот уровень воды. Воды повышается? Это один. Но вес, климат, он меняется. То есть, если ледники растают, поменяется климат или наоборот, климат меняется? Или... И так, и наоборот. Ну, если в случае с таянием ледников это еще понятно, то как ледники влияют на климат? Ну, надо понять, что это климатосистема, это такой одинок один. Если что-то происходит ледников, тогда происходит тоже изменение других климатов системах. Этим летом стало известно о том, что один из крупнейших айсбергов, который когда-либо был зарегистрирован, ему дали название А-68, да, в июле он откололся и ушел в свободное плавание, да, то есть и его размер сейчас около 6000 квадратных метров, это приблизительно как 20 наших рик, да, вот какую опасность представляют такие свободно плавающие ледники? Ну, такие айсберги, я думаю, что опасность практически никакого, уровень воды тоже не будет подниматься, потому эти айсберги, они уже в воде. Мы сейчас ненадолго прервемся на рекламу и новости, после чего продолжим. Микс-ньюс. Продолжаем программу «Разворот». Напомню, что у нас в гостях сегодня доктор геологических наук, ведущий исследователь и преподаватель факультета географии и земельных наук Латвийского университета Кристапс Ламстрас. Говорим мы сегодня о том, что в конце этой недели, через неделю, из Латвии впервые отправляется экспедиция в Антарктиду. И, собственно говоря, господин Ламстрас в ней будет принимать участие среди трех латвийцев, которые туда поедут. Перед перерывом мы начали говорить о том, что этим летом появилась новость, один из крупнейших айсбергов из когда-либо зарегистрированных откололся на юго-западе Антарктики и сейчас находится в свободном плавании. Соответственно, я спросила у нашего гостя, несет ли он под собой какую-нибудь угрозу, да, и насколько мы понимаем, что, в принципе, это типичные вещи и опасности не представляет плавающий ледник. Да, такие процессы, они со временем. Вы можете на латышском сказать? Да, ну, скажу на латышском. Тари процессы нотек, в принципе, весь лайк. Šelfa ledājiem, no šelfa ledājiem ik pa laikam atdalās kāds aizbergs, un katru gadu mēs konstatējam kaut kādu jaunu aizbergu. Ничего нового в этом не происходит. Действительно, каждый год ледники откалываются от шельфов, и мы наблюдаем за информацией о том, что в одном или другом месте откололся новый ледник. И наблюдаем за их перемещением. А скажите,
судоходству, кораблям, суднам не мешают такие свободно плавающие ледники? Я думаю, что корабли очень хорошо знают, как там работает апвиду. А, как поступать в этой ситуации? А что будет, если прекратить следить за перемещениями вот этих вот плавающих ледников? Šiem te aizbergiem zinātnieki seko līdzi, kā viņi pārvietojas. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi to saprast, lai varētu kuģi plānot savu maršrutu. Ученые обязательно следят за тем, куда движется ледник, для того, чтобы в том числе оповещать об этом различные судна и корабли, чтобы они могли спланировать свой маршрут. Aizbergi, kur atdalās no šelfa ledājiem, risks ir tāds, ka šie šelfa ledāji, kuri atrodas virs ūdens, ka viņi var sabrukt pilnībā. Līdz ar to arī tie ledāji, kuri ieplūst šajos šelfa ledājos no kontinenta, ka šo ledāju plūsmas ātrums palielinās un šo aizbergu daudzums atkal paliek arvien lielāk. Удивительная вещь о том, что те ледники, которые раскалываются, их скорость, особенно находящаяся под водой, она увеличивается. Да, я правильно поняла? Ну, да. Скажите, пожалуйста, известно, что на Антарктиде есть живые существа, другие говорят, что нет живых существ, да, мы все знаем о пингвинах, что там еще можно наблюдать, кто там живет? Ну, много там нету существа. Это пингвины, рони, путны. Птицы есть, тюлени. Да. А их тоже изучают ученые? Они могут сведения? Например, что это может быть? Как животное может сообщить и рассказать о вот неизведанном месте? Мы сари пейтисим, как пингвины. Ietekmē ekosistēmu, kā pingvīni ietekmē augsnes veidošanos un saistībā ar pingvīniem, kādi mikroorganismi veidojās šajās pingvīnu kolonijās un pēc tam arī augsnē. В том числе ученые исследуют, как животные, например, пингвины, влияют на экосистемы, как они образуют растительную, они являются частью растительной среды вокруг, соответственно, за этим необходимо следить, они тоже могут являться источником информации. Скажите, какова динамика таяния льдов в Антарктиде? Вот глобальное потепление – это не миф, то есть с каждым годом или там, с каждым десятилетием действительно все больше и больше тает ледников, или это такой цикличный процесс, в принципе, он держится в рамках какой-то существующей нормы? Ученых. Šobrīd, protams, ledāji salīdzinoši strauji atkāpjas un zaudē savu masu. Aptuveni 200 līdz 300 gigatonas gadā ledāji zaudē savu masu gan Grenlandē, gan Antarktīdā. Да, действительно, прослеживается тенденция о том, что с каждым годом ледники тают все более активно, и, допустим, массу теряют свою, и в среднем это около 200-300 гигатон. Гигатон. Академики Вернацка базы с района температура 50 годов я уже повысилась по 4 градусам, респективе. Это много для Антарктиды? 4 градуса. Но это очень, считается... очень много. Да, да, за последние 50 лет средняя температура на Антарктиде повысилась. Не на Антарктиде, но на базе Академики Вернадской. За последние 50 лет именно на станции, украинской станции Академика Вернадского температура повысилась в среднем на 4 градуса. Mm-hmm. То есть, в принципе, на всем континенте, да, эта разница может быть больше. Больше нет. Антарктидис Централайос районос шете леда ир салидзинош стабилы. Savukārt Antarktīdas rietumdaļā, Antarktīdas pusalas apvidū, tur šie ledā jau atkāpjas strauji.
То есть в центральной части континента ледники более стабильны, а в западной и восточной части они как раз-таки подвергаются большему таянию. Расскажите, пожалуйста, что входит, вот, что будет входить в ваши каждодневные обязанности, как будет устроен ваш быт на станции, как вы будете жить? Да. Jā, mēs dzīvosim bāzē, bet šī bāze atrodas uz pavisam nelielas salas. Un katru dienu mēs ar laivā dosimies uz citām salām, dosimies arī uz Antarktīdas pussalu. Un uz Antarktīdas pussalas mēs paliksim ar teltīm vairākas dienas un veiksim šos pētījumus uz ledās. Сами ученые будут жить на острове, и для того, чтобы заниматься своей научной деятельностью, им необходимо будет отправляться на другой остров, где они будут раскладывать палатки, и в течение 2-3 дней, я так понимаю, там заниматься исследованиями, а потом будут возвращаться назад. Так будет происходить на протяжении всего месяца? Да, да. Вы уже запаслись теплой одеждой, или она вам ее выделят? То есть как вы будете... Ага. А, ну хотя плюс 2 градуса. Это такие же, как это у нас плюс 2 градуса? Плюс... Нет, нет. Это холоднее? Это холоднее. Там очень большой ветер тоже. Правда ли, что там можно загореть, поскольку очень... Ну, то есть да, полярники да, говорят о том, что... Это правда, потому что... Saule stari atstarojās no ledus, no sniega virsmas, un katrā ekspedīcijā esam saskārušies, ka seja un deguns pāris dienu laikā apdeg un kļūst sarkans. Солнечные лучи отражаются от снега, и действительно у многих работающих там ученых обгорают носы и лицо. Тогда я изматываю ган специалс маскас, ган специал крем, ган специалс бриллс, лай пасаргат сей ган ове, ган осалс. Используются и специальные одежда, в том числе очки, шапки, головные уборы, и даже кремами приходится пользоваться. Сейчас ученые пришли к выводу, что самый насыщенный вулканами регион, это шотландцы сделали такой вывод, это как раз-таки Антарктида. Вот слышали вы что-нибудь о том, что... По их предположениям, 91 вулкан спрятан под ледником. Да, конечно, что под ледником есть вулканы, но эти вулканы уже очень старые и неактивные. Но в Антарктиде есть один активный вулкан, Эребус. Называется Эребус? Эребус, да. А он находится тоже под ледником? Он... Нет, мы можем тоже... Mēs varam uz šo vulkānu arī uzkāpt un ieskatīties viņa krāterī, kurā atrodas lavas ezers. То есть вулкан все-таки выходит на поверхность, и у ученых есть возможность забраться на него и посмотреть в кратер, да, то есть увидеть лаву. А значит ли это, что он может проснуться, да, и если произойдет... Да, этот вулкан активный. А, он активный, да. Как часто происходит извержение вулкана? Ну, вообще-то мы не можем знать, когда это будет. Ну, может быть, когда последний раз было. Просто есть возможность того, что когда произойдет извержение, то в результате он затронет и другие вулканы, и по цепной реакции они тоже... Я не думаю, что так будет происходить. Есть еще одно предположение или опасение. Американские ученые пришли к такому выводу, что в ледниках находится ртуть. Да? То есть ртуть, серс, мне кажется, в градуснике, ну, то вещество. Да? То есть... В леднике, да, есть там всякие аэросоли. Viss piesārņojums, ko mēs uz savas planētas radām, viņš arī nokļūst ledājos un tur saglabājas. Вот всё загрязнение, которое мы образуем люди на нашей планете, оно оседает в ледниках. Un ir novērots, ka ledus kļūst aizvien tumšāks, jo uz šī te ledus nosēžās dažādas kvēpu, izdeģu daļiņas, kuras mēs radām sadedzinot naftas, ogļu produktus, un arī kuras rodas dabiski mežu ugunsgrēku rezultātā.
Действительно, констатировано, что за последние дни, за последние годы ледники значительно потемнели. Все, что человек производит и и нефтедобычи, и угледобычи оседает, и можно наблюдать на ледниках. А скажите, приведет ли вот это вот оседание, да, эти осадки, скажем так, вредных веществ к тому, что впоследствии мы столкнемся с какой-то глобальной проблемой экосистемы? Потому что это же никуда не испаряется, как раз таки, воздуха, это сохраняется в ледниках. Шисте тумшас далинис лек ледум куст айзен атрак. Jo tumšāks ir ledus, jo viņš kūst ātrāk. Jo ledus ātrāk kūst, jo vairāk šīs te daļiņas atsedzās ledus virsmā. То, что осадки остаются на ледниках, из-за этого сам ледник начинает быстрее двигаться. Если ледник движется быстрее, соответственно, он быстрее тает. А если он быстрее тает, это значит, что уровень воды повышается. Скажите, есть, насколько я знаю, по последним данным, самый большой ледник сейчас, который существует, это ледник Туэйца. Туэйца. И глициологи говорят, что это главная угроза береговой линии всей планеты. Вот действительно ли под ним мы можем... Nu, Надо его опасаться. Nevar tā teikt, ka viens atsevišķs ledājs ir galvenais. Ja mēs aplūkojam Antarktīdu, Antarktīdā ir trīs ledus vairogi, un katrā šajā ledus vairogā ir atsevišķas zonas, kur ledus plūst daudz ātrāk. Šīs te ledus lielplūsmas. U Antarktīdi есть три местонахождения, где лед, где в каждом из мест лед тает по-разному, да? С разной скоростью, я так понимаю, за которым мы следят ученые. Ну, ледники там очень много этих ледников. А в принципе ученые рассматривают какие-то дополнительные способы для борьбы с подъемом воды. Может быть, ну, рассматривается строительство дамб на Антарктиде? Нет. А это невозможно? Это невозможно. А как-то регулировать вот уровень повышения или понижения воды искусственным путем, в принципе? Ну, я вообще не думаю, что это надо регулировать. Да. Šie ir pirmkārt jau dabiski procesi, kas notiekās, un mums ar to ir jāsadzīvo. Естественные процессы, с которыми нам надо уметь научиться жить. Скажите, для вас Антарктида, Антарктика, она представляет в какой-то в глобальном масштабе какую-то угрозу, или вы относитесь к ней подходите к ней с научной точки зрения, как к чему-то новому, чему-то, что может нам помочь в дальнейшем существовать. Антарктида, protams, ir lielākā neizpētītā vieta pasaulē, un tur var rasties ļoti daudz jaunu atklājumu, bet, protams, ka mums ir jāsaprot, ka klimata pārmaiņas mūs ietekmēs nākotnē aizvien vairāk, un tāpatās arī šis te pieminētais jūras līmenis tiešām celsies par pusmetru līdz metru 100 gadu laikā, un mums būs jāiemācās tikt ar to galā. Антарктида до сих пор является одной из самой неизученной частью света, поэтому ученые пристально за ней следят, исследуют ее. Тенденция говорит о том, что надо быть внимательным, поскольку за последние несколько лет уровень воды действительно поднимается на полметра на метр. И нам надо научиться с этим. Полметра это будет 70 году лайка. А, полметра за 100 лет, за столетие. Прогноз. На сегодня программа «Разворот» заканчивается. Вела ее Алена Борисова, помогал мне звукорежиссер Евгений Копейн. А в гостях у нас был доктор геологических наук, ведущий исследователь и преподаватель факультета географии и земельных наук Латвийского университета Кристапс Ламстра. Спасибо большое. Спасибо.